Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании. У нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димасок Яблочный, Бармалей, Рыбка, Снеговик. Как всегда, очень много подписчиков. Привет, ребята. Всем привет. Всем привет. У нас карта школа. Я буду играть за чужого. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А потом должны запрятать бомбу. Как всегда, я ее найду и всех взорву. Вы готовы? Правильно. А я готов. Погнали. Это так, для разминки. Все. Я улетаю из-за карты. Даю вам 20 секунд для того, чтобы вы запрятали. Я пока весь возьму маленького. Спасибо, Зинь. Ребят, разбежитесь на позициях хотя бы. Я сильно побуду, я снайпер. Убил, молодец. Красава. Замочил. Фу, было сложно. Так, мы играем и дальше. Ладно, я вселился в одного из вас, но я не буду говорить, кого. Кого? Я не знаю. Ребят, по-любому, у меня, ребят, по-любому. Нет. Так, все засуетили, запереживали, в кого же я вселился? У тебя такие кишки так, вкусные, знаешь, мне нравится. Запереживал очень. Где же бомба? Я вижу бомбу, я вижу, где она приблизительно. Давай! Не надо! Начинают отстреливать друг друга, пацаны. Отлично, отлично. Мне нравится в кишках сидеть. Ай! Проверка. Ай, больно в ноги. А чё ты запрятался, сидишь в... Ладно, молчи. Я же говорю. Где ты сидишь, мочить акулу. Не проверь. В смысле акулу? Я молчу. Я-то при чём тут? У меня нет никого. Это знаете, как есть среди вас предатель. Я знаю, кто. Я могу подсказать, можно РПГ в ноги стрелять, и ты умираешь. Ну ладно, то такое. А, да. Ну да, если вы хотите себя убить, можно в ноги. Или гранату кинь. Вой, красава, да молодец, догадались. Я все-таки сидел. А он так долго прятался, чтобы его не убили, а я в нем сижу. Так, мне нравится, начало хорошее. Начало всегда. А я бегу до бомбы. Бежал до бомбы. Не получилось, да. Немножечко. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся для вас, ну и для нас. Для всех вас. Нифига себе, ты мощный, Снеговик. Я зажиматор. Да, ты зажиматор 2.1? Да. Так, я подождите, я не могу найти бомбу. Вы что, фейк охраняете? Да, конечно, я поставлю сейчас баночку. Не надо, давай ту, мы уже договорились. Пусть будет та зеленая, потому что Серега очень сильно иной раз мои нервы не делает. Ребята, только бомбу не подстрелите, пожалуйста. Я так защитил сок, я удивляюсь вообще. Где оно? Что делать? Да, что делать? Блин, вы что, бомбу не подорвали? Нет, я попал по тебе. Ах ты какой меткий. Ой, тут чувак отдыхает. Классно сделали. Всех буду убивать, кто будет странный. Убил, красавчик. Ой. Молодец. Обманывает. Он обманывает, не верьте. Ненавижу ползучих гадов. Да бывает, ну а что ж ты хотел? Он обманывает, не верьте. Особенно когда ты по даче там ходишь, там полки сразу ставишь. Что, где он? Ищите, давайте. Да я в кишках у кого-то сижу и кушаю кишки потихоньку. Так, да? Сейчас проверим по всем. Ребята, а кто кишки потерял? Убил, красава, молодец. Кого я убил? Никого не убивал. Так я сидел в этом и на пришеленце Ари. А, да? Ну да. А мне я не верю. Ой, красава. Так, надо режим полета отключить. Да. Согласен. А если застрянем? Ну все, уже было раньше. Не стреляй, все, Фьюзик, успокойся. Спасибо. Так, а что же это за Фокси завис в воздухе, понял? Магия. Я не завис, да, я не завис. Так. Это магия, значит. Он видит Фокси. Давайте смотреть. Я маленький. Эй, ты че дерешься? Драчун! Кто враг? Блин, я на голове у него сидел, вы видели? Это был прикол.
Так, давайте сейчас попробуем по стелсу до бомбы добраться. Знаю, как его вычислить. Как в игре Ассасин. Стойте все на месте. Ассасин? Задвигается уже. Красава, красава. Уничтожили. Нет, он об... Я сидел в этом, в Бармалее, я все. Ладно, так, здоровошон мощный, да, челик такой именно? Тоже мощный. Спайдермен, Спайдермен, он такой очень вкусный. Спайдермен, Спайдер... Блин, прикольно получается, классный режим. Добрый, добрый. Он надурает. Все, вселился, есть еще в одного. Так, кого же я вселился? Убейте меня, он, кажется, у меня вселился. Я пока стою. Так, о, все, еще раз. Так, так, ну-ка, бегай с пулеметом, модный, да? Да, да, конечно, фьюзи. У меня всегда. Маску делать нечего, у меня всегда. Есть, вселился, отлично. Да ну блин, ну как ты меня увидел? Ребята, сижу за столом. Не, классно, сижу за столом и рассказываю, что в кого-то вселился, они друг друга мочат. Это гениальный план. Мне очень нравится. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Честно. Опа. Это, кажется, губка, это губка. Понимаешь, он, мне кажется, вселился еще. Не, вот допустим, я сижу в человеке, и вы его убили. Как вы узнаете, был я в нем или нет? А видно, кстати, там твоя маленькая... Не, ты маленький. Нитка такая. Крючок маленький. А, то есть вы когда видите, зря убиваете, вы это видите. Да. И еще слышим, когда ты в кого-то вселяешься. Да. Блин, плохо не могу эти звуки фейковые издавать? Нет. А стоп, когда прыгаешь, то... Ну что, Димас, давай, где ты? Так, я иду за бомбой, пора ее взрывать. Вы думаете, все уже? Нет. А вот тебе... Я слышу. Где-то ходил. Он взял большого. А как ты все знаешь? Да потому что я слышу то, что по вентиляции лазишь. Так. Жик. Он вышел. Что? Где я? Я застрял. Он 5 минут и ушел. Где он? Да, винтах на пол где-то. Вылази. Я бомбу хочу взорвать. О, бомба, бомба! Маша, иди сюда. Он в бомбе, ребята, он в бомбе. Отлично, отлично. Акулу зеленую сейчас съем. Удачи. Акула невкусная. А зачем меня стрелять-то? Простите. Реакция. Где? Он возле бомбы. Сейчас бомба взорвется. Смотрите, сейчас попадут. Есть. Ай. Больно в ноге. Че, понравилось вам, пацаны? Пойдет, да, защитили бомбу? А, радиация. Очень большой. Ну, обнуляем, пацаны, карту, честно. И сейчас у нас будет ПВП. Я он один против вас. Байт, так нельзя. Пацаны, я к вам. Прячься снова, бомбу. Да? Нет, нет, прячься. Теперь вы должны против меня играть. Грустно. Тут кто-то дверь заспал. А, это что, стрелу Сюзанну? Сюзанну? Нет, нет. Массажер этот сделал. Ай. Что, еще одну бомбу прятать? Нет, я один против вас. Должны он меня убить. Найдем. Так, выслеживаем. Опа, опа, все с пулеметами ходят. До свидания. А ты что там сидишь? Ай! В живот дробашом, больно, больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где ты? Давай. Выходи. Зеленая акула, я тебя убью за то, что ты меня попал в хвост одной пулей. Я. Зеленая акула, зеленая. А снеговик это ты! Да, я не вкусный. Да, ладно. Слышь, ты умираешь и стреляешь, так нечестно. Я читор, все. Я в комнате буду тут сидеть. Давайте, кто хочет ко мне в гости, заходите. Давай, я бегу. Иду. У меня пушка не берется. А это задержка появилась, раз. Ай, блин! Я нашел человека, который приуныл. Так, ребята, надо их наказать как-то. О, взялась. Где оно? Бомба, бомба осталась, пацаны! Я не успел активировать, я не успел. На!
А зачем ты в нее стрелял? Или ты по мне стрелял? Я не знаю. Давайте еще. Я просто ее взорвать. Игер, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Я могу одновременно всех съедать.